Во время карантина не все жители Армавира могут сходить в магазин. В первую очередь это касается инвалидов и пенсионеров, которым здоровье не позволяет покинуть дом. С первых дней нерабочей недели их выручают волонтеры и специалисты Центра молодежной политики Армавира. Они приносят необходимые продукты на дом. В рамках реализации проекта «Мы вместе» с 26 марта на территории города осуществляется акция. Уже задействовано 60 волонтеров в акции, и отработали мы 60 адресов примерно с 26 марта. Мы получаем заявку от пожилых нуждающихся людей, которые не могут в связи с карантином выйти на улицу. Мы получаем заявку по телефону 574-19 и выезжаем на адрес. Волонтер приезжает к пенсионеру, получает список и деньги и направляется в ближайший магазин, где покупает продукты. Обычно это мясо, молоко, фрукты и крупы. В аптеках просят приобрести лекарства, минеральную воду или специализированные товары. Александр Котов живет на 5-м этаже и не может самостоятельно купить все необходимое. Во время карантина помощь волонтера оказалась очень кстати. У меня жена, ну она жена тоже пенсионерка, 65 лет. У нее сейчас она на 8-й линии. Она не может добраться. Вот. Транспорт не ходит. Там с внуком. А я здесь один. А кто мне поможет? Соцработник заболел. Так что спасибо большое, что сделали все это, помогли. Дай Бог вам здоровья. «Мы вместе» – это акция поддержки тем, кто оказался в трудной ситуации. За помощью обращаются не только пожилые и маломобильные горожане, но и армавирцы с хроническими заболеваниями, которым не стоит рисковать и лишний раз выходить на улицу. Встреча с волонтером не несет опасности. Перед тем, как приступить к работе, добровольцы сдали тесты на коронавирус и на каждом выезде используют средства защиты. Ежедневно волонтеры обслуживают около 5-8 адресов. Заявку можно оставить по телефону 574-19. Инна Лепеткина, Евгений Холманских, служба информации телеканала 360 «Армавир».